Впервые с начала спецоперации в бюджете США нет пункта о военной помощи режиму Зеленского. На фоне американских склок богатейший человек мира Илон Маск, или как его называют, Илон Маскаль, подбросил дровишек в огонь, и у Зеленского действительно полыхнуло. Миллиардер разместил на своей странице известный мем «Страдающий человек», лицо которого покрыто вздувшимися от напряжения венами. К оригинальной картинке было прифотошоплено лицо Зеленского, а снизу подпись, когда прошло уже 5 минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи. Тут же всплыли и другие фото-жабы. Вот Маск в генеральском кителе, а вот в тельняшке и без козырки Черноморского флота. А в Киеве замечен автомобиль марки Tesla с похабным оскорблением создателя электрокара. В общем, борются как только могут. Сам логотип компании на Украине теперь тоже предлагают писать через букву Z. Так что у Маска действительно остается лишь один выход – признать, что он на стороне России, и, наконец, отрезать ВСУ от доступа к своему спутниковому интернету Starlink. Кстати, Маск только что написал новый пост, ответил всей западной пропаганде. При этом все-таки невозможно не обратить внимание, что не только Зеленский, но и сама Украина, как обстоятельство, выкачивающее деньги, начинает Западу надоедать. Чудесный, абсолютно восхитительный, наверное, действительно наш агент Илон Маск опубликовал ставший популярный в последнее время мем про попрошайку. Вместо этого человека лицо Зеленского. 5 минут прошло, а ты до сих пор не попросил еще 1 миллиард в качестве помощи. Ну, то есть и Маск разделяет точку зрения против новой дотации Украине. Свободные деньги Илон предлагает направить на охрану границы США и Мексики, куда он приезжал в восхитительной шляпе. Я считаю, что стратегия нашего президента оказалась весьма мудрой. Еще совсем недавно Запад выглядел единым, консолидированным, воюющим против нас фронтом. Сейчас эта консолидация все меньше и меньше налицо.